Редкому раннему шуму жильцы домов искренне рады. Но звуки асфальтоукладочных машин здесь как музыка. Аборигены улицы Громобоя не верят собственному счастью. Их дом вошел в программу по асфальтированию придомовых территорий и стал 42-м в этом году двором, в котором появилась хорошая дорога. Мы надеемся, что вот за этот год и за следующий мы общую программу, которую спланировали 3 года назад, мы ее завершим. То есть около почти 1500 дворов будет по городу Иваново сделано. Жильцы специально отложили дела и отпросились с работы, чтобы проконтролировать качество выполнения дорожных работ. А раз следить за процессом пришли еще и представители власти, решили рассказать о других проблемах своего двора. Жители данного дома обратились нам с просьбой увеличить им стояночную площадку. Мы за счет уменьшения одной части дома увеличили им стояночную площадку. Стоянка здесь просто необходима. Автохамы оставляют свои машины на газонах, паркуются между деревьями. В процессе переговоров с властью вскрылось еще одно опасение жителей. Теперь, считают они, минуя ПДД, по хорошему асфальту через двор будут проезжать машины к другим домам. Спокойствия не будет ни днем, ни ночью. У нас есть все разрешительные документы от ГАИ, от скорой, от МЧС. Мы перекрывали, столбики администрации нам ставила. Но вот из этой пристройки, товарищ, он нас все убирает. Вот мы сейчас передали помощнику Корчагина документы. Он сказал, что он привезет блоки, но может это не утащит. Асфальт, парковка и бетонные заграждения появятся во дворе уже на днях. Культура вождения и бережные отношения к дорожному покрытию с жильцов дома. Работа властей и горожан должна быть совместной. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.